Все больше алкоголя из магазинов отправляется не на столы горожан, а на экспертизу. Очередной полицейский рейд показал, в Рязани и области вовсю идет подпольная торговля. В 6 торговых заведениях Рязани и в Сараевском, Пронском, Михайловском, Скопинском и других районах полицейские выявили торговлю алкогольной продукцией с признаками контрафакта. Всего изъято более 1300 литров нелегального алкоголя. В 10 торговых заведениях Рязани и в торговых точках в Сасовском, Рязанском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Сапожковском, Скопинском, Кадамском, Шиловском и Спасском районе полицейские пресекли торговлю спиртным без оформления надлежащим способом разрешения, а также во внеурочное время, после 22 часов. Из незаконного оборота изъято 714 литров спиртного. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Также в Рязани полицейские пресекли торговлю алкогольной продукцией из помещения пункта приема вторсырья на Южном промузле. Там в специальной комнате хранилась алкогольная продукция с этикетками известных брендов, которые работники пункта приема металлолома свободно реализовывали по очень низким ценам. Качество спиртного даже при визуальном осмотре вызывало подозрения в подлинности. Также бутылки были маркированы акцизными марками с признаками контрафактности.